Четыре человека погибли, пятеро пострадали в результате аварии, произошедшей сегодня ночью во Владимирской области. По информации ЕДДС, микроавтобус следовал из Москвы в Чувашию. Volkswagen, по данным управления МВД Владимирской области, направлялся в сторону Нижнего Новгорода. Авария произошла в Гороховецком районе около 3 утра на 327-м километре трассы М7 «Волга». По предварительной версии, водитель микроавтобуса допустил столкновение с автомобилем МАЗ. В первой половине дня движение на этом участке трассы было ограничено. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, обстоятельства ДТП устанавливаются. Как стало известно только что, все погибшие и пострадавшие в ДТП – жители нашей республики. Эту информацию уточнили в УМВД по Владимирской области. Как сообщили нашим коллегам ГТРК «Владимир» в департаменте здравоохранения, 4 человека сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести, одна из пассажирок в крайне тяжелом состоянии. Сейчас решается вопрос о переводе женщины в федеральную клинику. Водитель «Фольксвагена» выжил, но также находится в больнице. Мы будем следить за развитием событий.